Те из них, кто всерьез считают себя корифеем виртуального пространства, могут подтвердить, что еще пару лет назад никто даже и не слышал о существовании стратегии реального времени. Первой игрушкой, где заработал часовой механизм, стала легендарная «Дюна 2». Ну а дальше начался бум. Сегодня число поклонников стратегии не столь велико, но те, что есть, внимательно следят за последними новинками этого жанра. Одной из них, несомненно, является творение фирмы Ripcord – игра Armor Command. Ее сюжет разворачивается в далеком будущем, когда ресурсы исчерпаны, и идет беспощадная война с пришельцами из космоса. Управляя командой, оснащенной по последнему слову техники, к концу игры вы должны взять бразды правления над этим хаотичным миром новых технологий. Появление Armor Command стало бы, возможно, очередным, вполне заурядным событием, если бы не полностью трехмерный мир, в котором происходит действие. За полем боя вы можете наблюдать с двух точек зрения. Сверху, как это было в обычных стратегиях, и глазами персонажей. Правда, для второго вам понадобится по меньшей мере мощный 3D-акселератор. Всякому настойчивому геймеру предстоит пройти два десятка миссий, в которых придется добывать полезные ископаемые, охотиться на инопланетян и спасать захваченных людей. Играть вы можете как с компьютером, так и в режиме мультиплеер против других команд, которых всего может быть 8. И помните, время практически всегда работает против вас. Стоит немного задеваться, как наступит трагический финал.